Но я считаю, что Украина пожалеет то, что она осквернила российский флаг. Вот. И я думаю, что все-таки Украина никогда не вступит в ЕС, и они, в принципе, об этом действии пожалеют. Я думаю все-таки, что Россия без Украины сможет прожить, не напрягаясь, а вот Украина без России нет. И я думаю, что это было сделано очень опрометчиво.